Дитячий день у Зеленому театрі поговоримо сьогодні. Це денний ефір на сьомому. студії. з вами Тетяна Миленко. Доброго дня! Отже, в гості до нас завітали Сергій Ровинський, художній керівник Зеленого театру та Олександра Бурова, координатор дитячого фестивалю. Про грядки вже говорити, навіть і не знаю. Так захотілося сказати, що також координує, щоб екосистема Зеленого театру була налагоджена. Доброго дня. Добрий день. У грядки про них не можна сказати, пару слов. Но, боюсь, Десять, що... это эфир, да. <laughs> потому, ну, боюся, що це нужен бути отдельний ефір. Ну, просто прекрасні, просто прошли это так зафіксірувати і ж. А. І одразу ж перейти до великого дитячого дня, який вже відбудеться э, цими вихідними, так. Да. Розкажіть про нього. Не один день. Два. Два. Великі дитячі дні тоді. А чому так два? Вийшло? Багато охочих прийняти участь, так? Тобто я так зрозуміла, що починається з самого ранку і до самого вечора, так? І до самого вечора второго дня, так. Да. Второго дня. Вот да, сидите, там, будут гулять. Там, там где-то 150 с чем-то событий на фестивале в один день довольно сложно уместить. Это два дня сложно уместить. Сколько? 150? 150 чуть-чуть, да. Там где-то около 60 участников именно программы, разбитые там на зоны, на отдельные тематические секции. И вот это все будет с утра до вечера в субботу и с утра до вечера в воскресенье. Как веселье майже. Два дня. Да. С чего распачнаяте? Um, ну, изначально uh, хотелось бы сказать, что um, два года назад еще фестиваль uh, был действительно один большой детский день, но мы очень быстро поняли, что мы не вмещаемся в эти рамки, а в этом году фестиваль выйдет не только за рамки одного дня, но еще и за рамки самого Зеленого театра, потому что у нас будет uh, экскурсия по парку Шевченко, которая начнется у нас и закончится, собственно, тоже в театре с историей про сам Зеленый театр. Вот. Но если говорить о том, с чего начнется фестиваль, о -ко коли взагалі готуватися на старт ставати и бігти. Он до вас? Готовиться уже, конечно. А... <laughs> Морально. Добре, так. Фестиваль стартует в 10 утра в субботу, а кроме экскурсии, которые было выше, у нас будет еще ряд мероприятий, которые выйдет за пределы зеленого театра. У нас будет мероприятие. довольно интересная, которая завершится установкой мемориальной доски в городе. Вот и... центре места здесь, Да, так? в центре города на улице Коблевской, будет установлена мемориальная доска. Как бы некая предыстория будет проходить у нас на сцене театра. Вот. И кроме этого будет мероприятие в рамках которого дети будут создавать так называемую субъективную карту города. есть в городе там множество путеводителей разные направленности, разные ориентации, но они в основном все для взрослых. И их составляют взрослые, в том числе пишут, куда им кажется, следует ходить детям. А тут будет карта, которую будут составлять сами дети, они будут сами писать истории, обозначать свои любимые места, и они сами будут ее создавать вот, просто физически, и это будет такой арт-объект, который потом по окончанию фестиваля превратится в набор постеров, открыток, в общем, все на месте прямо оцифруем, и это выйдет в жизнь такая вот карта, создана дітьми постійшими фістальзірим театре. Головне, щоб Макдональдс не а так на всій карті, куди треба ходити кожен день чи кожні півгодини. Наприклад, але 130, так це такі як квести. Я так зрозуміла, Чи більше походять на квести, чи треба все ж таки приходити саме туди, де на Коблевську, так де меморіальна до ні, то про ну по поводу меморіальної скіт. Ми напишемо так по подробні руководства в дійство. по поводу этого события. В принципе, будет сегодня, скорее всего, мы уже опубликуем всю программу фестиваля, чтобы было понятно, когда, кому, куда интереснее идти. Но событие к самой мемориальной доске, оно все равно стартует в театре, и потом просто все желающие могут переместиться туда. Ну, равно так же, как история с экскурсией от туда судой по поводу истории парка Шевченко, который все стартует в театре, просто потом можно будет так недолго отлучиться, а потом вернуться. Це якісь групи, це треба реєструватися, чи можна приходити і одразу ось з групи скомпонувати безпосередньо в театрі і вже йти кудись. Це ж за територію? Все ж таки, чи є якісь вікові обмеження? А, я так, я бачите, як мама одразу хто буде дивитися за дітьми? Это я вам перефразую питание. У нас есть расписание, у нас есть карта фестиваля, и в расписании указана зона, где проходит тот или иной мастер-класс, воркшоп, любая активность, и также оптимальный возраст для посещения этого мероприятия, потому что есть те, на которых э, взрослым будет детям элементарно неинтересно, есть те, на которых малыши не смогут участвовать, то есть все максимально мы попытались упростить для посетителей, чтобы они приходили, получали карту и сами же ориентировались, сами создавали себе скажем так, досуг, понимая, что им нужно, что нет. Касательно экскурсии, да, это, естественно, будет сопровождение взрослых экскурсоводов. И, опять-таки, поскольку э, в этом году в фестивале есть активная взрослая зона, этот, э, эта экскурсия, она не только для детей, потому что, я думаю, всем будет интересно послушать про историю парка, особенно от э, этих э, экскурсоводов, которые очень интересно подают информацию. Вот. Слушай, Ah, <laughs> будет, <как> 150 Сейчас мы В основном тема ⁇ город, в котором мы живем ⁇ По этой основной теме будет ряд больших и маленьких мероприятий, урбанистических, архитектурных, исторических. Вот приезжают участники из разных городов и даже стран. В частности, история с э, субъективной картой, которая будет делать таки, прекрасный проект детячей географии э, Киевский, а, будет э, одесский проект всем известный, наверное, архитектура Одессы. А, вот, собственно, это, экскурс бюро от э, сюда архитектурные студии, некоторые одесские. А, то есть они все формируют э, вот, вот, урбанистическую зону, которая будет тоже в течение двух дней, с утра до вечера идти. Параллельно будет, например, функционировать спортивная зона такая одна из наиболее популярных всегда для детей, несмотря на то, какая тема фестиваля. Просто там есть такие огромные спортивные настоящие батуты, не такие, которые там в парке или там где-то в скверике стоят кругленькие, а такие прям настоящие. И настоящая такая чемпионка, призер Кубка мира, гимнастка, которая будет учить детей все делать правильно, гимнастировать, так скажем, прыгать и так далее. Это будет активность с утра до вечера, рядом будет шахматы, Турнір для дітей, сеанс на Рядом ігри з э, рядом буде будет настольный теніс. Ну и, в общем, спортивна зона. Вона... Я так... так зрозуміла, що не тільки можна буде правильно попригатити на батутах, але й зрозуміти, а можливо, хтось хоче обрати якийсь вид спорту собі і потім відвідувати певну секцію. Да-да, навіть не тільки спорту, то це можна віднести до... К... творческим занятием. То есть там будет э, лепка, будет живопись, будет графика, будет иллюстрация. Можно также найти свое творческое призвание тоже в соответствующей секции. Так вот фестиваль делится на 8-9 сколько там секций, в которых можно найти себя и прекрасно провести день. Чем можно все встыгнуть там? То есть как так ходить, так? То есть все за графиком, розплановано и можно понять, где вообще я хочу быть в этот момент. Так? Да, просто надо не уходить. Ну вот пришел и... Что, Вы в Ивранске приходят шагисты? Там ну, будет какая-то ну, ну, Нет, ну в театре же прекрасно с этим, да. А там можно есть, там можно отдыхать. Там будут э, активные зоны, будут зоны чуть более так, скажем, спокойные. Будут э, выставки. Просто э, приезжает, э, есть такой, в Харькове такая творческая студия за, за которая привозит к нам прекрасную такую выставку детского плаката. Такого социального детского плаката. Да, это скажем, в красном уголке театра. В главном нашем месте выставочном расположится эта выставка, которая, скорее всего, останется и после детского дня. В общем, фестиваль наявно украсит. То есть будут зоны отдыха, поэтому можно действительно будет немножко поактивнее попрыгать, потом чуть-чуть перекусить и далее, далее. То есть это такое семейное мероприятие, где будет секция для взрослых, будут мероприятия и для детей, и для взрослых совместные. Поэтому, ну, действительно, зачем уходить, если можно не уходить? Сьогодні дуже популярне блогерство: те, що діти також люблять, так і якісь там соціальні мережі, там чи якісь комп'ютерні ігри, чи буде таке щось запропоновано, чи це тільки ось такий спосіб відпочинку для творчості, для спортивного розвитку і для проведення сім'єю? Звісно, mm, як Сергій вже говорив, у нас буде окрема секція по робототехніці, програмуванню, кілька несколько... образовательных площадок у нас представляют себя и, собственно, свои активности. То есть можно будет детям постарше научиться программировать, создать свой сайт. Это все в рамках фестиваля, делается за час-полтора. Вот, они будут дублироваться, эти активности. То есть если кто-то не успел на один мастер-класс, он может прийти позже. Вот, будет программирование, как я уже сказала, да, программирование и множество других э, активностей, связанные именно с робототехникой, вот с чем-то таким. Вот, также у нас будет будут опыты по химии, физике, настоящий научный экспериментариум. Вот, то есть, на любой вкус и для любого возраста. — Че запрошивали кого-то из инших мест, кроме выставки, про которую уже говорили? Mm -hmm. Можливо, еще кто-то приедет? — Да, там ну, два проекта приезжают из Киева. Одна творческая студия приезжает из Харькова, и приезжает художник из Израиля. Художник, который по совместительству является художником Зеленого театра. Uh, да и еще ряда крупных проектов вроде журнала Esquire и так далее. Да, вот он будет учить наших детей. Мы не что туда до взрослым, требови Нет, взрослым да, тоже нужно, да, для взрослых там много в первый день раньше был исключительно большой детский, а теперь он большой и детский и взрослый. И для великих детей. Да. Для маленьких для великих детей. Да. Вот кроме этого мы сейчас говорили о таких штуках относительно веселых и задорных. Кроме этого, есть ряд социальных проектов, социальная секция, так называемая, в, в принципе, действует в театре, часть их активности, но особенно мы будем подчеркивать их значимость скажем, на фестивале. Мы будем, вот мы с самого начала, с открытия ворот театра в начале этого сезона, собираем пластик, собираем крышечки на переработку. Не просто так мы их собираем, и уже довольно много мы их собрали, а потому что с этим будет связан один большой ивент на детском фестивале, в результате которого дети по своим чертежам, так скажем, со своим дизайн-подходом создадут большую скамейку для зеленого театра. А кроме этого дети создадут еще много чего-то, чуть ме дракон. менее габаритного. Uh -huh. А там будет прям конкурс, ну вот за что проголосуют, на что крышечки хватит, их ведь у многих у нас очень там прям... Хватает, да. А что с этими крышечками Чекайте, Это с крышечек скамейка, что ли будет? Да, да. да. Их э, рассортируют, э, разрежут и с помощью специального устройства переплавят в настоящую скамейку, которая украсит наш театр. Дети прямо их собрали, потом дети прямо решают, как скамейка будет выглядеть, а потом они прямо приложат руку, руки свои многочисленные к этому процессу именно техническому. Вже сбир закрыт, чаще можно приносить эти крышечки для того, чтобы шматочек скамейки тоже Нет, ну еще не можно, тем более, нет? что кроме скамейки будет еще ряд тоже других вещей, менее, так скажем, глобальных, но они тоже помогут театру. какие декорации будут, так уж будут, там? да. А что сейчас? Ты Можно разумею, нести книги, что но было. книги тоже, uh -huh. это, уже, да. наверное, все знают, да, что мы собираем э, книги для детских приютов, для областных библиотек, и э, э, вещи собираем, да, и на... Ну, мы думали сделать эту активность э, под фестиваль, но просто количество э, пластика книг, вещей, которые поступают с дня открытия, таково, что, в общем, нет смысла, наверное, его прямо отдельно выпячивать на фестивале, потому что это проект более чем активно живет. Ну, на фестивале после фестиваля мы, собственно, будем э, эти книги действительно доставлять э, тем детям, ради кого мы собирались. Будете розповідати про про ці книги, наприклад, про проєкти зеленого театру дітям безпосередньо э, там і та їх батькам, так? Про екологію взагалі, чому ці кришечки треба збирати, да, чому дітям, треба структурувати. Так, там, да, у нас буде дільна, хм, секція, так можна даже, наверное, назвать, а, э, посвящённая фондом благодійный фонд Одеси. разнонаправленными фондами, и э, детей будут с ними знакомить, и теоретически, вот в виде всяких практических таких э, заданий, э, там же дети могут записываться в качестве волонтеров, допустим, чтобы уже за пределами театра приобщиться к этому хорошему действию. Чудово, то есть и как-то до волонтерства, так, захочется. их. А есть какая-то категорія, категория, ограниченность, там с трех и до... 16, или все-таки идем по категории «великие» и «маленькие» дети? Вход платный для детей от 2 лет, соответственно, активности тоже для детей от двух лет, потому что меньше наверняка что-то придумать сложно, но у нас будут активности, которые... Это спектакли, это различные постановки, можно просто приходить смотреть, но предусмотрен, предусмотрен ряд зон для самых маленьких деток, вот, и для родители, которые смогут тоже рядом отдыхать и наблюдать за тем, что делают их дети. А чи помощники есть, которые будут там приглядать за ними, дивиться, а иногда, знаете, так, чтобы какие дни, Естественно, естественно во-первых, это команда самого фестиваля, то есть даже сотрудники Зеленого театра, плюс э, волонтеры и, собственно, сами, сами участники, они тоже приезжают целыми коалициями, скажем так, у нас ну, очень активные ребята, которые полностью поддерживают концепцию и, в общем-то, есть очень самостоятельные проекты, которые мы, мы им доверяем и, в общем-то, с безопасностью все в порядке. Спектакль, я так разумею, что это уже надвечер, так? Ближе до закрытия дня. Да, да, у нас будет воскресенье, правильно? В воскресенье вечером. Будет спектакль по рассказам данила Хармса вот, от студентов, не студентов, там, учеников, учени учеников интерната, слабовидящих, то есть это специальный тоже такой спектакль не совсем в стандартном понимании спектакля, вот. Но... Это, это вечером, а днем будет, то есть тоже театральная секция работает целый день, целые два дня. И там параллельно будут эти воркшопы, там актерское мастерство, кукольный театр по созданию персонажей. И это все будет перемежаться именно какими-то всевозможными такими импровизациями, терепостановками, просто такими не очень масштабными. Ну, то есть, опять же, о разных масштабах. И дети им сможет принять участие. Дети должны а? будут принимать в этом участие, да. И персонажей угу. создавать, и историю допридумывать, и будет там читка сказок, пьес, потому что мы подключаем театры одесские всевозможные, и они будут вот детей учить своему ремеслу. Неймовірно, знаєте, ви перераховуєте. Я розумію, що ви, напевно, що зібрали майже всіх е, таких майстрів, дитячих, майже всі секції, які є в Одесі, і не тільки в Одесі, так? Тобто ще й запросили. Тому що я, принаймні, я почула вже май, майже всіх, хто і навіть приходив сюди, розповідав про свої секції, і е, кого чула, як мама сама. Чудово, дуже подобається. Що ще забули, чи ні? Кого ще забули, так? Ні, не про мене зараз. Можливо, концерти, так, виступи є, музичні якісь секції. Мені цікаво про музику. Музик, музика прекрасна, так, да, музика. Вот. А те, що ми про вас забули, ми не повинні зараз говорити. Не... Не Потім просто напишемо строкою. Да. а музика буде така прекрасна у нас. Ну, добре, давайте скажемо, да. добре, що майстер-клас там буду проводити. Да. З журналістики я червона вже, добре. А, приходьте. ми должны сказати? І <laughs> ні, я вже сама сказала: приходьте, так -то, дітей ми обов'язково добре проводимо час. Да. І музики. А, Музика, значить, у нас буде такой нутракціон, інтерактив, де діти можуть почувствувати себе дирижерами. А, да, наверное, багато дітей думали, що в общем. Наверное, интересно дирижировать, и главное, что это очень просто. Ну, вот мой ребенок, он представляет себе, что вот он так вот руками делает и подчиняет себе музыку. Ну, и на тебе подчиняет так. Да, но здесь придется им а, подчинять не родители, а камерный оркестр филармонии. Значит, у них будет, так скажем, в подчинении камерный оркестр. И, и, как мы могли про сказать с самого начала просто? Да куда понесло нас? На нас да, да, не туда. И будет оркестр который будет действительно играть в зависимости от того, как будет ими управлять ребенок. Но оркестр, наверное, не может стоять целые два дня на сцене. Он встанет, поэтому оркестр в это время будет находиться на сцене в Большом зале филармонии. А ребенок будет находиться на сцене в Зеленом театре. Да, и вот такое легкое волшебство. Ребенок, оперируя палочкой в руках, будет создавать музыку. Первый и второй день будет отличаться как-то, или нет? Чи, я маю на увазі, программа будет такая сама, повторю, в он неделю, или взагали это два дні с разными, зовсім заходами? Будет отличаться, но несущественно. В общем-то, наши headlinerы, они оба дня, с утра до вечера, но есть какие-то активности, которые будут представлены только в один день, в субботу или воскресенье. Поэтому э, настоятельно рекомендуем приходить в оба дня, чтобы застать всех. Треба как-то купувати квитки, чи приходишь на місце и потім там все разбираешься, так? Да. Да, билеты можно приобрести на месте в кассе театра. Информацию найти, да. Распорядок. Надеюсь, что везде. На сайте театра, в соцсетях театра есть просто расписание об участниках фестиваля, о регламенте, о концепции, обо всем. В ближайшее время появится полное расписание. Просто на два дня всі ці 150 з чимось там собиті появятся упорядочно. И можна спланировать свої выходные. Це чудово. З 10-ї години у зеленому театрі так, протягом суботи та неділі відбудеться великий дитячий день. День для всієї родини. Мені здається, що не тільки для дітей буде цікаво, але й для взрослих, і екскурсії, і концерти. І вистави, і все, що хочете. І Зі спортом все пов'язано. Дякую вам дуже за те, що ви прийшли до нас, за те, що ви влаштовуєте, за те, що ви робите взагалі. Як там дуб, до речі? Очень красиво. Очень. Прийдемо, Так. Да. Про великий дитячий день у зеленому театрі поговорили ми з Сергієм Ровинським, художнім керівником театру та Олександрою Буровою, координаторкою дитячого фестивалю. Ще раз дякую вам. Приходьте ще. Прийдемо, звісно. Це до був даний ефір на сьому телеканалі в студії провели. його з вами Тетяна Маленко, усього найкращого.